Такие подвиги достойны легенд, но зачастую о них не знают даже родственники солдат. Роднама Лакшанов, действуя в составе штурмовой группы в бою за Крым, был тяжело ранен, но не покинул поле боя. Более того, герой уничтожил две пулеметные установки врагов, 8 солдат и 1 офицера. Я хотел бы вручить внучке вот это наградной лист, чтобы вы хранили у себя в семье, чтобы вы. И я думаю, что мы все гордимся. Вся наша республика и, конечно, наш Курганский район. Нам позвонил журналист Юрий Ближнимаевич. Ага. Пригласил сюда. Ага. Ну, да скажите, пожалуйста, о том, вот, что вы ощутили, когда узнали, что вот ваш... Но в нашей семье, в семье Малакшановых, очень большая радость. Юрий Добоин увлекся темой Великой Отечественной войны около 1,5 лет назад. За это время он нашел многие истории судеб солдат из Бурятии. Одна из тем – это люди, представленные к званию Героя Советского Союза. Еще год назад считал, что примерно человек 10-12 у него. А мне удалось найти более 50 человек, имеющих отношение к Бурятии, представленных к высшей, значит, к высшему званию страны в то время. Да. И вот у меня возникла идея, что надо все равно, чтобы потомки и земляки знали, и вот вручать все равно копии наградных документов, чтобы они хранили у себя дома. Зачастую документы теряются из-за ошибок в именах, фамилиях или месте рождения. Но наградные листы тех, чьи истории все же нашлись, Юрий Добоин намерен вручить родственникам в преддверии праздника. И будет продолжать искать и рассказывать о подвигах наших солдат на фронтах той войны, которую никогда не забыть. Галина Соболева, Александр Хамаганов, Первое альтернативное.